Спонсор программы – сеть магазинов «Автомаркет номер один». Страшная авария произошла в Бурейском районе на подъезде к Талакану. Там микроавтобус въехал в фуру. В результате столкновения, которое, скорее всего, было лобовым, автобус буквально разлетелся на части. Детали машины раскидало за метры вокруг. Даже большегрузу досталось прилично, у фуры смят кузов. О жертвах пока не сообщается, но по предварительной информации без пострадавших не обошлось. В Магдагачинском районе на 7-м километре автодороги Магдагачи-Тында УАЗик при развороте не предоставил преимущества в движении Toyota Duna. В результате столкновения пассажир УАЗа получил травмы. Друзья пострадавших в автокатастрофе 29 ноября самостоятельно провели следственный эксперимент. Будучи уверенными, что причина ДТП – нарушение скоростного режима, они постарались реконструировать страшную аварию. Ночью около 20 человек приехало на место ДТП. И пока одни блокировали проезд, стоя на перекрестке, другие разгоняли автомобиль, похожий по характеристикам на Toyota Mark II. Разогнавшись до 100 с лишним километров, автомобиль преодолел квартал всего за 6 секунд. Запись с экспериментом, по мнению его организаторов, докажет, что водитель Toyota East, завершая маневр, не заметил летящего Марка. Напомним, ДТП произошло в конце прошлой недели. В результате страшной аварии погибли 7-летняя девочка и ее мать. Остальные 7 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести. Трое из них до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В Благовещенске неизвестные ночью разгромили павильон одного из банков. Вандалы выбили стекла, выломали дверь и оторвали потолочное покрытие в павильоне на пересечении Кузнечной и Амурской. От помещения погромщики не оставили живого места, повреждено все его содержимое. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. В социальных сетях даже пишут, что возможная причина погрома – взрыв. В Амурском отделении банка пока ситуацию не комментируют. В работающий комбайн попал механизатор в Ивановском районе. От полученных травм мужчина скончался. Трагедия произошла в селе Ирковцы. Погибший 24-летний рабочий, по предварительной информации, чистил бункер комбайна, но сорвался и угодил в работающие механизмы. В администрации Ирковецкого сельсовета факт гибели рабочего подтвердили. Бизнесмен из Забайкалья до смерти замерз на дороге в Преамурье. Замира Рамазанова, выехавшего из забайкальского поселка Сбега в сторону Зеи, начали искать 1 декабря. Несколько дней мужчина не выходил на связь. По предварительным данным, мужчина ехал по трассе на автомобиле Subaru, но попал в ДТП, после чего решил продолжить путь пешком. Но от переохлаждения погиб в нескольких километрах от Сковородина. Повар благовещенского кафе в перерывах от готовки еды изготавливал гашишное масло. Преступный бизнес кулинар вел со своим товарищем. Гашишное масло в крупном размере парень готовил в Ивановском районе и на рейсовом автобусе отвозил готовые партии в Благовещенск, где за дело брался его приятель, который сбывал товар, взамен получая порцию наркотиков от шеф-повара. Доказать удалось 3 случая сбыта. Товарищи продали порядка 200 доз наркотиков. Еще 2600 разовых доз нашли в квартире наркоизготовителя при обыске. Сбыть их товарищи так и не успели, попались полицейским. В итоге повар получил 5,5 лет колонии строгого режима, его компаньон 4 года. Только качественные товары для ваших авто в сети магазинов «Автомаркет номер один». Аккумуляторы, масла, автозапчасти, аксессуары и многое другое. «Автомаркет номер один». Мы работаем напрямую с производителями. Улица Кольцевая, 67. Второй этаж.